вернулся я в деревню, друзья мои. Были какой, и мы в игре ЕГА. Пошла рубить музыка. Чё, отдадим царю золотое яблоко? Настоящее, золотое, неподдельное почти. Пусть силушку обретёт. Ну чё ж ты, царь? Кузнец, ты где? Как ты посмел? Я приказал тебе уйти. Задание выполнено. Могу ли я получить свою награду? Готово. Задание выполнено, мой государь. Как ты? Где ты нашел силушку богатырскую? Действительно ли она есть на белом свете? Ее можно передавать? Особенный? Это невозможно. Золотое яблоко. Кто ее в руки возьмет, тот получит силочку богатырскую. Попробуй, сам и увидишь. Докажи это. Дай мне это яблоко. Сию минуту. Отдайте позолоченное яблоко подделка. Возьми это яблоко, царь. Ты почувствуешь его силу. Царюшка, дурачок. Видишь, это просто яблоко. Возможно, оно золотое, но оно не обладает никакой ценностью. Подожди, я что-то чувствую. Я обрел силу. Я действительно ощущаю эту силу. Про себя. Но проклятие, проси. Иван, ты прекрасно справился с заданием, но у меня есть еще для тебя новое. Ты должен отправиться за 3-9 земель, найти сосуд с молодильной водой. Принеси его мне скорее. Хвастаться? Снова? Хочешь мне принести молодость? Хвастаться? Где моя награда за яблоко? Молодость нельзя передать. И все же выполняй повеление царя. Принеси мне молодость, или покинь это царство навсегда. Отправляйся и не возвращайся без сосуда молодельной водой, или не сносит тебе головы. Урод. Вот это на. Не царь, а говнай. Что за задание такое? Приди туда, забери то, принеси. Все. Иван, мальчик мой. Это проклятый царь. Ты сделал все, что он просил, а он снова посылает моего мальчика, вместо того, чтобы искать жену. Ты снова пойдешь к Бабе-Яге? Пойду. Но какие подарки нужно ей принести? Она не любит, когда ей приносят одни и те же подарки. Дважды. Помню, кто-то говорил мне. И всем привет, ребятки, с вами Джофф и... Отнеси этот хвост белой коровы и мешок испорченного зерна. Хвост белой коровы? Ты думаешь, пастух просто так отдаст мне хвост своей коровы? Да спрос денег не берет, Ваня. Ты найдешь его в загоне для коров. Он бывает там целый день. Испорченное зерно всегда выбрасывает. Где найдут целый мешок? Говори с косарем, я слышал, он клорал ведьмака за порчу и урожай. Ну, как раз то, что тебе нужно. Хорошо, я поговорю с ними. Бабуля, спасибо тебе за совет. Возьми эти подарки и возвращайся к бабе-яге, она поможет тебе. Возьми ты еще хлеб после всех этих путешествий, от тебя остались только кожа до кости. Тебе искал гробовщик. Подойди, поговори с ним. Будь осторожен, не заблудись на болотах. И как проголодаешься, возвращайся домой. И помни, Иван, просматривай себе жену. Я так хочу увидеть, как мой милый мальчик женится. Иван, дорогой, горе настигло меня. Кто-то выкосил всю мою пшеницу от края до края. Это ужасное знамение кузнец. Я сразу же бежал, как только увидел это. Теперь я очень боюсь оставаться здесь. Кто это сделал?
Приходить до грязного ведьмака в ваших краях поселилась беда. Боюсь об заклад, что он вообще виноват. Испорченное зерно? Он уже собрал несколько мешков, но оно теперь бесполезно. А что тебе нужно? Да, только один мешок, что будет достаточно. Давай договоримся. Ты найдешь виновника, я дам тебе 3 мешка испорченного зерна. Где он? Ведьмак. Иван, этого лишь одному богу известно. Возможно, он все еще в полях. Я слишком напуган, чтобы противостоять ему. Говорят, что он могущественный колдун. Будь осторожен. Так, понятно. А где здесь этот? Мне нужен... Вот он. Гробовщик. Скажи, парниша, ты заметил, что как-то здесь слишком тихо в последнее время? Компашка наших любимых болтливых кольчуганов, обитающих рядом с таверной, видели, как они разбрелись по лесу? Но уж несколько дней прошло, и она наводит на дурные мысли. Ну что ж, значит, я отправлюсь в лес? Не так быстро, парниша. Я бы готовился к худшему. Возьми это, если их судьба уже окончательно решена, что ж. Тогда ты знаешь, что нужно делать. Угу. Чё ты? Чё вы кого? Лопата? Вау. Сделай кое-что, прежде чем ты отправишься. Ступай к священнику, попроси его благословить тебя. Бог помощь, парень. Ага, благословение, хорошо. Лопата. Что? Нормально, под землей. Кузнец, не хочешь ли ты перед уходом получить благословение? Ну, давай. Без денег. Я бы сказал. Без денег. Не хочешь? Не хочу получить, потому что бесплатно. Должно быть бесплатно. Ты за упокоенную молитву. Мне надо похоронить погибших в лесу. Я помогу тебе, кузнец. Разумеется, за небольшое пожертвование. А, ты хитрая жопа. Заплатим. Опять деньги. Опять деньги, пчёлы. Заплатить 5 копеек. Надо, дурачок. Ну ты нафиг не надо. Чё, играешь, что ли? Так, ну и чё? Ну ладно, давай вот это. Боюсь, мне особо нечего предложить. Вот. Иди и продолжи служить Богу, кузнец. Ничего, согласен. Чё у тебя там с коровами? Кто их ударил? Я разорен! За деревню проклят, я проклят! Что здесь произошло? Какая-то подлая тварь забила всех моих коров, пощадив лишь одну, самую маленькую и мою самую любимую. Иван, ты сильный, умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Без нее я обречен на смерть, у меня больше ничего не осталось. Белая корова? Где твоя белая корова? Она убежала, мы белую луч солнца, белая корова, которую я когда-либо видел. Чудище угнало ее. Что бы это ни было, она отправилась за ней в лес. Ты, Иван, ты сильный, умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Без нее я обречен на смерть, у меня больше ничего не осталось. Возьми себя в руки. Старик, я сейчас же отправлюсь в путь. Верни мне белую красавицу, свет моих очей. Прошу, поспеши. Поспеши. Чего-нибудь. Что ты? В лес отправиться. А в лес мы отправимся, ладно. А что будет дальше? Ой, кто там, бабуля? Сплахивает. Что такое, бабуля? Что
что случилось? Песник нашел его рядом с деревьями, лежащим в луже крови. Проклятые воры. Задавать. Могу я чем-то помочь? Любезность с твоей стороны предложит помощь. Возможно. Мою сторону жерели я дала ему, чтобы он его оберегала. Но его не было на нем, когда привезли тело. Не мог бы ты найти его? Где именно напали? Где он погиб? В лесу. Он ходил туда при каждой возможности, в поисках цветущего папоротника. Цветущий папоротник? Но все же известно, что это вымысел. Он верил в это. Попробую искать его, если буду там. Мне так много, не так много, но я тебя подумаю, как мне тебя отблагодарить. Прошу тебя, Иван, найди ожерелье. Ты же знаешь, что он был хорошим человеком. Прощай. Квест начался. Наконец-то научу смотреть на вещи проще. Благодарю, Иван. Так, а мы здесь отправляемся в лес или что? Я в лесу? Или не в лесу? Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? И он должен найти для тебя новые подарки. В деревне у пшеницы, у пастуха есть то, что нужно Ивану. Корова-пастух потеряли всю сою. Иван отправляется в лес, чтобы вернуть ее. В лесу пропали 3 пьяницы, и Иван собирается найти их, прежде чем случится какая-то беда. Нет, вот. Корова важнее, чем 3 пинчуги. Пишет, не будь глупым. Я все понял. Посмотрим, куда приведет меня эта дорога. Буп! Я крот. Опа! Зачем ты нападаешь? Так, что сделал? Бандюганы. Так, что здесь у нас? Опа. Я не понимаю, почему. Здесь нападают они. Так, ищем.
Теоретику, смотри. О, виделись. Фитинг хороший. Алтарь, посвященный Макоше. Смотри, какие умиротворения и выражения лица величайшего. Короче, умиротворительное лицо у него. Помолиться. Ничего не происходит. Наверное, я просто ей не понравился. А если... Верно. Толстячок. Угорайте. Я, короче, застрял в этом полном медведе с этим волчегоном. Почему, собственно, у меня? Здесь ничего нет. Почему нет ничего? Два хлебца у нас есть. Но это тоже не еда. Жизнь наполовину. Это пиздюлей, потому что я застрял. Где-то крот. Надо удерживать. Силы тратятся. Так, корову мы найдем сейчас. Наверное, этих дурачков. Что ты захотел? Хотел что-то сказать мне? Тоже мне солдат. Смотри, покрепче, чем тот. Все мне... О, куриная лапка, хорошо. Куриную лапку чуть ли не забыл. Так, и здесь тоже получается нет, хорошо. Ходим, рубим. Просто учимся, получается. Выживание. Дурак, что ли? Чем... У меня нет больше сил сражаться, даже если оружие сломалось, он повезет в безопасное место. То есть часть своего снаряжения позади, и он не готов сдаваться, он поднимется из последних сил. Примем.
в дальнем видении ваше благополучие исчезает, ваше оружие может сломаться. Это должно быть чудовище. Подожди. Это чудовище украл он этого. На корову. А где пинчаки? Улей взрывается, сразу выносит. Что-то здесь вообще не вижу. Честно, говно вообще, вот эта вот лопата. Вот несколько больших следов. Что? О, эта белая корова мертва. Вот ее хвост. Я нашел только хвост, хотя бы никого не было, кроме этого медвежонка. Этого нет ни твоей вины. Крохотное создание. Что это за шум? Мамка прибежала.
Лапа послужит доказательством смерти этой твари и ее силы. О, лапа. Палец вампира. Удар. Скушительно, я думаю. Так, и пинчуги, да, наши остались. А где пинчуг? Я же всю карту отыграл. Судьба он зависит от его выбора. Судьба благословит праведникам. Чем раньше они умрут, тем лучше. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами. Чего я только не делаю ради денег. Выносливость восстанавливается, когда вы получаете золото. Судьба говорит проповедникам. Ладно. Хлеб. Не знаю насчет смастерить. Я хочу колесо телеги. Смертельно. Да. Да. Пусть оно. Колесо.